Телеканал КРТ представляє. В Україні черговий етап послаблення карантину. Віднині дозволяється робота готелів та проведення культурних заходів. Усе це із суворим дотриманням протиепідеміологічних норм. Температурний скринінг, обробка рук антисептиком, маски, соціальна дистанція. Готелі повинні проводити онлайн-реєстрацію, харчування у номерах або на відкритих терасах. Щоправда, не усі області готові до пом'якшень. Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Чернівецькі області – та місто Київ не готові. Ми убеждаємося все більше і більше, ну, некоторые об этом в самом начале говорили, что тут огромная доля вранья просто во всей этой истерии вокруг коронавируса и карантинов и все прочее. Целый министр юстиции и Малюска, да, просто сказал. Огромная доля вранья, которая в глобальном мировом масштабе распространялась и в том числе и в Украине. Потому что грамотный и рациональный подход к коронавирусу, это одна из двух моделей, на мой взгляд. Или китайская, когда там жестко и реально сразу же, вы помните, да, ввели действительно настоящий жесткий карантин, но при этом обеспечивали всех людей там и продуктами, и всем остальным, и по перекрытию границ и так далее. То есть быстро, оперативно, жестко, но локализировали вначале коронавирус и потом, по сути, его ликвидировали как массовую вспышку. И это все в достаточно сжатые сроки. Нет, и реально. Украине... Или второй путь – это белорусский путь. Когда они, по сути, не вводили никаких жестких карантинов в мир, не убивали свою экономику. И в итоге мы что-то не видим, чтобы там Беларусь поголовно вымирала от коронавируса, например. Да? То есть или тот путь, или тот. Он оправдан и логически обоснован. Но у нас выбрали какой-то непонятно что – типа образец китайского, реально не, все равно все эти меры не предпринимались, но они белорусские, то есть били по экономике, и в результате и коронавирус не победили, мы видим, что сейчас продолжает увеличиваться количество заболевших, и экономику очень сильно, ну не до конца, но практически угробили. Да. Поэтому в чем смысл тогда продолжения так называемого карантина? С точки зрения интересов страны и большинства людей совершенно непонятно. Есть только интересы власти, пане Ігоре, которые это делают. Що, ви ж пам'ятаєте, що пан Малюська, міністр, він казав, що це було на межі законності з розрахунку на те, що, можливо, хтось, ви представник лівого табору, зараз ліві погляди не представлені ні в парламенті, ні, по суті, ви якби на маргінезі політичному, але чи чули ви, можливо, хтось подавав якісь позови проти незаконності, власне, цього введення карантину, і таким чином він же на випередження почав, пан Малюська, говорити, що це було на межі законності? Вполне може бути, що такі іски будуть розглянуті і виграні. Потому что там действительно очень много вопросов по поводу законности введения карантина. Но для подавляющего большинства людей легче от этого не станет, которые пострадали. Вы чули за такие позывы? Я, да, я слышал, да, что такие судебные иски есть. Они могут рассматриваться, как у нас это происходит иногда месяцами, а то и годами. Возможно, выиграются, возможно, даже кто-то там какую-то компенсацию отсудит. Но, повторюсь, для большинства, 99% населения Украины, к сожалению, от этого легче не станет. Потому что эти иски уже не вернут им потерянной работы, потерянного бизнеса, потерянного здоровья в результате этой паники, страхов и всего остального. И кризис не остановит.